фараоны хотели. Эксклюзивную услугу. Кирилл Труфанов расскажет об этом подробно. У него есть камера, лидары и дополнительные элементы, которые позволяют ему функционировать по тем задачам, которые у него есть. Казалось бы, дроны уже давно вошли в нашу жизнь. С их помощью снимают фильмы, доставляют грузы, орошают поля. Но опытный бизнесмен, основатель IT-компании Евгений Доможиров, даже в такой сфере смог найти новый способ заработка. Технология достаточно новая, мало кем применимая на сегодняшний день на рынке. И мы здесь фактически создаем определенного рода стандарт. Решение, которое у нас используется, оно может применяться для разных задач, как агротематики, энергетического комплекса, мониторинга объектов и множество других задач. Технология, которую создала его компания, позволяет минимизировать участие человека в управлении дронами. Специальное программное обеспечение получает задачу и направляет нужное количество машин на ее выполнение. Так что оператору беспилотника остается только следить за ними с земли и вовремя менять аккумуляторы. А родилось такое изящное решение благодаря другому продукту компании «Евгения» — специальной программе, которая позволяет оптимизировать управление персоналом.